Так, ну вот у нас 18 августа 2022 года, начало 7 вечера, вот по пешеходной улице Горького иду и показываю, какая обстановка в Анапе на пешеходной, главной пешеходной улице города. Народу пока немного, обычно, когда темнеет здесь, народу заметно прибавляется. Но все равно и здесь полно. И на великах, и на колясках, и на самокатах, на чем только нет. Ну и, конечно же, пешком. Все куда-то идут в сторону Родины, скорее всего, концертного зала. А, кстати, в Ракушке должно сегодня быть какой-то духовой оркестр. Сейчас дойдем и посмотрим, что там. А вот так выглядит Горького в это время. Вот такая обстановочка и вот такое вот небо. Так, ну вот здесь включаемся, здесь уже поинтересней. Автодром. Кто-то еще и катается на таком автодроме. И, конечно же, множество каруселей, аэрохоккей режутся, 360 гейм, мороженое покупают, короче, жизнь кипит. Эти аплодируют даже смертникам. Так, а мы пересекаем улицу Краснодарская и движемся уже к летней эстраде и опушке. А там, кстати, и Макдональдс, давненько я там не был, там, кстати, и Макдональдс переименовали на вкусные точки или нет, хотя уже говорили, что будет, да. Посмотрим. Так, ну вот мы уже почти в Ракушке, проходим летнюю эстраду, пожалуйста, 5.09 летняя эстрада, Георгий Лепс, 60 лет со своим концертом. Лепсик подкатит. Ну а в Ракушке что-то готовится, но пока музыки не слышно. Ну народ есть, тусуется. Вот такая панорама. Предвечерний, я бы сказал. А, нет, вечерний, предночной она. О, мы открылись. Вот видите, где Макдональдс был, мы открылись. Так что надо будет сходить как-нибудь по... Это... продегустировать блюдо. Пока духовой оркестр готовится, вот покажу вам, сколько народу в бывшем Макдональдсе. Вот видите, на улице сидят единицы, больше просто так сидят, ждут ракушку, а с продуктами, со всеми едой наверху, на верхней террасе. Ну тут понятно, в Анапе миллионы отдыхают, поэтому и здесь народ сидит.